Новая Голландия закрывается для посетителей. После открытия острова для широкой публики 16 июля его посетили более 130 тысяч человек. В рамках проекта «Лето в Новой Голландии» состоялись мероприятия, ориентированные на различную аудиторию. Территория острова была преобразована в парк с газонами и несколькими морскими контейнерами для обустройства временных пространств, каждый со своей функцией. Остров закрывается для посетителей в связи с необходимостью проведения консервационных работ на всех исторических объектах острова. Как ранее сообщил Джон Манн, представитель компании «Милхаус», занимающийся развитием территории острова, уже завершены проекты консервации двух исторических зданий комплекса. До конца года планируется представить КГОП общий план консервации других объектов. Ни одно историческое здание в Новой Голландии снесено не будет. Побывать на острове можно будет до 2 октября. Весной 2012 года Новая Голландия вновь откроется для посетителей. Наталья Бабенко и Роман Рожков.